Всем привет! У нас с утра уже это сбор пазлов. Мы вчера заказали воду, чтобы на пятый этаж, то ж мы сами покупали в эти фляги, если ну, все знают, все помнят, вон они стоят, бутылки наши. А теперь решили, потому что тяжеловато будет таскать на пятый этаж нам с Викой. Мы вчера сделали заказ воды, и теперь будем, в общем, доставку как бы воды. Купили эту помпу. Я, конечно, хотела электрическую. Но, вместе решили, что да, пока нам и это пойдет. Ну, кто это у нас тут в гостях? И кто это? Кто это? Баськин. Ты Баськин. Это наш соседний кот. Помните, он у нас там приходил к нам с Андрюхой, с Лилей. Да, а здесь прям не успеваешь двери открыть, как он уже в квартире залетает. Вчера Сережка его тоже кормил вечером, да? Снимать верхний или... Доча, я трошки это если для в этом... А эту ты уже собрала, да, все? Да. Думаешь, правильно, да, Баськин? Потом надо снимать ее полностью. Я не знаю. А что, оно запечатано? Ну, сюда оно не вставится и не накроется. Не знаю, давай не спеши. Не, оно по-любому снимается. Только я не понимаю, как. Подожди, сейчас. Там как-то я видела, просто закручивается или прижимается. Главное, ровно попасть в эти... Не, в эти я вроде попадала. Снизу упирается. В дно бутылки. То, значит, я не дожала трубки. Или одну сними тогда. То есть. Вот так прям? О. Все. Все? Да. А ну пробуй, качай в чашечку. Сейчас. Угу. Проверим систему. Ой, что. А, все, раскачалось. Удобно или не очень? Да, давай. Ну, хорошо. Проголодался да. Ты, да, бабать? Бери, бабачек. На. Ниже давай, чуть-чуть, да. Может. Не, он встает на голову. Да? На. Уже этот наелся. Ой, ой. О, ой, это, ты. Сразу он как этот, как их, господи, леопарды вот эти? Не, не леопард. Пантера, во. Пантера в миниатюре. Это да. Да, бабай? Он есть черный, у него нету белого. А вот тут на шее цяточка буквально, да. Но она закрывается его этим ошейничком. Вон, видишь? А, да, вижу. Чуть-чуть, да. Вот. Ну, ты ой, бабасик. Он думает, что я ему что даю. Да. Вон да. Там беленькая. Сейчас он за лапки. Не берется же? Завтрак у тебя, да, бабай? Мы еще не завтракали, а ты уже. Мы его дома уже покормили с утра, он просто... Просто хочет поласывать, ну, знаешь. Так, второй завтрак. Да, а все. Наконец-то я маску могу сделать. Прям соскучилась за ней. С холодильника холодная, я аж вот так делала, когда накладывала ее. Я сделаю масочки с Викой. Вика тоже наложила себе. Вон, красиво. Наложила. Да, наложила. Штаны. Ну, да. В общем, Вика тоже маску делает. И мы сегодня разбираем. У нас по плану Викина комната и банки. Банки в кладовой, банки на балконе. Мы их поформируем. Я договорилась с моей мамой. Она говорит, чтобы не выкидывать, давай это, ну, оставлю часть банок себе для консервации, вот сколько мне нужно, потому что много сильно тоже не хочу. Вот, и остальные в мешки и вывезем маме в подвал. У нее место есть, потому что у нас сильно тоже уже некуда там, в тот подвал мы очень много чего туда повыносили, в два подвала. То есть банки, короче, поедут к маме вечером. Вот такой у нас сегодня план действий на день. И будет освобождаться балкон. Так, показываю на сегодняшний фронт работы вечер, день, полдня. Просто мы уже 2 часа. Нужно разобрать нам вот эту всю кладову.
поскладывать банки в мешки и отвезти вечером моей маме. А себе оставлю буквально немножко для консервации банок. И у Виктории в комнате тоже. Вот здесь вот тоже это все отвозить. Ну, я переберу. И еще на балконе полка с банками. Вот это нам сегодня все баночки нужно... В общем, навести порядок между банками, вывести все лишнее, оставить буквально для консервации. Я немного себе буду оставлять, ну, чисто под то, что я консервирую. Огурцы, помидоры и что еще? Что я еще консервирую? Ассорти. И для заморозки, ну, я еще думаю, может, не банки оставлю, потому что я ягоду еще замораживаю, клубнику перекрученную с сахаром. Может быть, куплю такие контейнеры для ягод, да. Вот, ну, посмотрю. На всякий случай оставлю баночек немножко, там видно будет. В общем, такой объем работы. Сейчас бежим с Викой. А, еще кушать надо приготовить. Бежим с ней в магазин, и там у нас есть возле магазина офис, окна, двери замена. Зайдем еще, проконсультируемся, и, в общем, будем решать по цене, посмотрим. В общем, сначала на консультацию, потом будем решать, на когда устанавливать. Вот так вот. Все, вернусь, все расскажу. Камеру оставляю. Мы быстро сейчас, потому что времени полдня прошло, мы еще толком ничего не сделали. Вика даже постель не застелила. А, что в глаз попало. Ай. Вот, так что все. Сегодня уборка банок, кладовая и немного балкон. Сережка сегодня поздно, наверное, приедет, потому что у него шабашка зависла, пока мы эти все переезды делали, он не ездил на работу. А еще по плану, наверное, очень сильно меня нервировать, да? Да. Вика психует, потому что уже оделась выходить, а я никак не выйду, с вами болтаю. Все, в общем, побежали мы. Вот такой план действий, опять же, как всегда, насколько успеем. Ой, извиняюсь, так прям в глаз попало. Все, побежали. Вылезла с Викой. Так, что купили? Сейчас сначала водички попить. Попить водички надо. Боже, какая прелесть теперь. Так, что купили? Взяли клубнички немножко, лоточек. Дальше. Что у нас тут дальше? А дальше бананчики чуть-чуть взяли. Филе куриное. Мои захотели котлеток, уже соскучились за моими котлетками. Так что буду сегодня жарить сыра кусочек. Радомир. Колбаска копченая. Хлеб. Что там дальше? Мука. Это Вика захотела, говорит, давай купим кабачок. Вот он. И она хочет такие блинчики сделать кабачковые. И маночку взяли, потому что маночка у нас закончилась. Я последнюю отсварила этот манную кашку. И все, больше манки нету. И то жидковато получилось. Так, ну у меня еще тут есть. Такую булочку с яблочками взяли, сметанку, сметанку клубники. Завтра хотим на рынок еще клубники взять. И сырочки плавленые на бутербродике. Это Викин заказ, шоколадный захотела плавленый. Батон. Собственно, все. Макарошки у нас будут по меню. Блинчики с кабачка. И что еще? И котлеты. Здрасте. Да. Короче, опять мы будем вечером до 12 раз это. Сейчас становимся кушать, готовить. И потом разбирать банки. Вика уже включила музыку. Я быстренько покажу наш процесс. У меня котлетки жарятся. А Вика... Будет блинчики кабачковые. Ты бы переоделась, Доска, сейчас будешь вся в этом. А я решила котлетки такие сделать этот раз другой формы. Не кругленькие, как обычно, а такие овальненькие. Покажу, как я люблю клубнику есть. Сметана с сахаром. Вот так. Оп. И кушать. Ням-ням. У Вики обычно у всех нормальных людей
первый, блин, ком, а у Вики последний. Она просто долила тесто. Решила пережарить все, да, там стекла, стек сок из кабачка. Я решила его залить. Да, мы уже доготовили, вон у нас все готово, поэтому уже даже и поужинали с Викторией. Мальчишек нету, поэтому мы уже сейчас спокойненько и переходим к работе квартирной. Квартирные дела Цукановых, или как там мне написали, смешно, прикольно. Хорошо. Так, мы уже с Викой тут в процессе работы. Уже один мешок вот такой собрали, банок. Сейчас будем продолжать. Готовим. О, это один еще мешок. Один остался. Да, ну там да еще быстрее. Все. А? Быстрее еще будем давать сверху. Давай двухи пока будем. Нет, двухи сверху, да? Так, вот так уже разобрали кладовку, я чуть-чуть застелила цемент сюда, оставили только, ой, цемент, господи, ламинат тут было 3 штучки и линолеума кусочки, так вот, чтобы хоть с ногой становиться можно было протереть. И остались тут жидкие обои, не знаю, применим мы их или нет, но пока оставили. И там в мешке цемент. Верхнюю полку разобрали, это оставили электровафельницу и 2 бутля. Вот это все еще будем складывать. Но сейчас, наверное, отвезем ту часть, потому что уже 3 мешка бутлей, банок. А. Слушай, а давай я сегодня вафли сделаю? Не знаю даже. Будут вот эти вафли, как в парке Том. Угу. Почему? Там другая вафельница. Ну, она вкус. Так, ну, по крайней мере, сейчас вот эти мешки уже с банками можно занести в кладовую. То есть там нужно все убирать. Я оставляю только те, которые я принесла с собой. Их мне было достаточно. Поэтому нет смысла больше оставлять. Давай будем дальше складывать еще. Так, ребята, вот эта кладовка. Да, все страшно, потекшая, но... Я свои банки все поставила, которыми пользовалась, и здесь немножко оставила, те, которые у меня в ходу, я знаю. Пока внизу, здесь полочки, поснимаю эти верха страшные, позастилаю новые стеллажи и выставлю пока эти банки. Вообще на будущее, когда мы до коридора дойдем, эту кладовую мы хотим уменьшить, то есть увеличить коридор. И под закатки сделать стеллажи и напополам. Одну часть гардеробная для зимней одежды, а вторая часть будет для консервации. Мне хватит с головой вот так до потолка стеллажей. И все. Так что здесь, в принципе, уже разгрузили. Сейчас, чтобы вы понимали, вот это столько мешков банок. Ты уже сносишь, Катя? Это мусор. Там такие мелкие баночки, стекло битое, в общем, такое все. Да. Так, здесь тоже часть, в общем, вот это я попаковала. Это мы сейчас отвезем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мешков посуды. Ну и там еще и мусор, и что-то в подвал, в общем, все. Так, разгрузили еще часть квартиры. Вот так вот поэтому дня не хватает, ребята. Ну, ничего, по чуть-чуть мы уже освобождаем максимально. Так, что там, мальчишки? Ага. Ты уже последнее, по идее, понес, да? Да. Да.
Хорошо. Все, везем. Загрузились банки, мальчишки спустили все. То, что на мусор вынесли, в подвал вынесли. Вон мешки, весь салон загружен, весь багажник загружен. Сейчас у мамы выгружаемся и еще к Сережиной маме там кое-что тоже завести. И на сегодня предлагаю отдохнуть уже. У меня еще работа есть. А что у тебя еще? У соседки помочь двери поставить на петли. Понятно. Я хотела сказать, что уже давай сегодня это хорош. Я вчера пообещал. Отдохнуть трошечки. Потому что капец, что-то аж голова уже болит у меня от пыли, от этих тяжестей. Ну ничего, ничего, все нормально. Мы уже еще на шаг сдвинулись сегодня, уже кладовку разобрали, правда? Потихонечку, помаленечку, процесс идет, результат виден, ощущается, аж настроение поднимается. Да-да, не говори. Да. Знаете, даже вот эта усталость, чувство к вечеру. Выполненного долга, да. Вот каждый вечер вот это чувство усталости, но все равно думаешь, ой, так мы ж сделали то-то и то-то, и аж прям хорошо. Да, я, кстати, сегодня ходила, забыла рассказать по поводу окна балконного блока замены. В общем, мне посчитали где-то в районе 10 тысяч. Так что я думала, мы потянем сразу два поменять в двух комнатах. Ну, по всей видимости, будем по одному менять. И уже, наверное, после Викиного дня рождения. У Виктории в пятницу, в следующую, 11 числа, день рождения. И мы так увлеклись этим всем, что я прям забыла, надо тоже как-то и подготовиться, и это тоже расходы, и, короче говоря, и подарок, и все такое. Поэтому сейчас мы не будем особо тратиться, сейчас у нас просто будут уборки продолжаться, освобождаться, там балконы еще есть с чем работать. На, это, на эту неделю, да, две лоджии еще, вот, и уже с окнами чуть-чуть тогда расхлебаемся с днями рождения этими, все, скидься, ох ты даешь, ты забыл, что у нас банки там, так резко поворачиваешь. Я хотел же проскочить. Так что вот, такая, вот такой вот расклад, все, наверное, на сегодня я прощаюсь, мы уже с работой заканчиваем и... Сейчас маме выносим эти банки в подвал. И все. Оставляю камеру, не хочу. Хочу просто лечь вечер и посмотреть кино. А вот и нет. Нет? Нет, мы еще пойдем шастать. Мы еще пойдем шастать? Да, в гости нас пригласили пойдем? В гости. А, ну ладно, мы еще, оказывается, в гости пойдем. Ну, в любом случае, камеру уже не беру, да? Да, там посиделочка будет. Игровая посиделочка. Ничего интересного. Все. С уборкой день я вам сняла примерно. Это, так сказать, и для себя, и для вас увидела, что сделала. И, в общем, отчиталась, да. Так что вот так, когда-нибудь я буду смотреть эти видео и думать, вот, помнишь, как вот так было, серый, да? Как мы это все проходили. Но ничего, пройдем. Все. И всем спасибо огромное за поддержку, за то, что смотрите. Вообще огромное спасибо. Всех люблю, всех целую. Пока.